После принятия душа Эйнштейн любит погреться и отдохнуть. Выглядит это примерно так. Как говорится, пригрели дракона на своей груди. Как видно, Эйнштейн немножко расслабился, прикрыл глаза. И кайфует от того, что он в узком, теплом, достаточно мягком месте и при этом со знакомым запахом. Это успокаивает его, несмотря на то, что география для него несколько неродная. Тем не менее, наш ящер остается несколько напряжен. Фокусировка камеры оставляет желать лучшего, но имеем, что имеем. Несмотря на то, что Эйнштейн прикрыл глаза, он все еще остается достаточно бдительным. Проявляется это в том, что он постоянно ощупывает местность своим языком. Один раз было, что я уже его побеспокоил в таком состоянии, и он вцепился мне в палец. Так что не тревожьте дракона, когда он спит. Так тихо и мирно с ним можно проваляться несколько часов. И пока он не захочет, он оттуда не будет выбираться. Тепло, уютно, и никто не кусает. Главное, что не тревожит. А если потревожит, зубки будут наготове.